Так, сегодня у нас 17 августа, вот такой отличный солнечный день с голубым небом. Ляла Уфтышкин. Ну, у меня разное бывает какао, в данном случае вот это растворимое какао. Причем каша у нас без масла какого-либо, соли и сахара. Просто заварена кипятком. Вот такая каша. Такой чудесный денек. Палаточки, и там у меня далеко за деревьями, ну, нет, кстати, не так далеко Нева, и пробуем нашу кашу. Очень вкусно. Конечно, в какао есть сахар, что дает дополнительную сладость. Там, наверное, соль можно немножко есть. Но можно и без какао. Я раньше вообще-то без какао делала. Это сегодня у меня такая экспериментальная идея пришла в голову. Итак, хорошего вам дня, всего доброго, до встречи. У меня кружка с напечатанной фотографией моего любимого места. Это большая теплая река. Мне подарил это мой друг, приятель. Да. Вот такой. И это снято с горы. А вот дальше за рекой, там желтые пески фактически. Такая пустыня, которую, ну, которую посыпают там. Видимо, там выращивают траву, чтобы она не перемещалась на ней. Но там прям желтые-желтые пески. А у нас здесь, слава богу, вот такая зелень.